Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала спицами эту салфетку. Нашла схему в журнале. Кто автор, я не знаю, поэтому приношу извинения. Если б я знала автора, я бы упомянула, что воспользовалась авторством этого человека. Вязала спицами 2 миллиметра. Вот, 2 миллиметра. Это в самом начале, когда вязала еще вот здесь. Затем, когда уже петель стало много, перешла на круговые спицы, тоже 2 миллиметра. И затем крючком 1,5 миллиметра сделала обвязку. Вес этой салфетки 35 грамм. Размер ее 40 сантиметров. 40 сантиметров сюда и 40 сантиметров сюда. После того, как я ее постирала, я ее в растворе крахмала не заваривала. А я ее растянула на пеноплексе, это строительный материал, иголками наколола и сразу же сырую обработала вот таким крахмалом несколько раз. То есть я, вот видите, у нее распылитель есть, я побрызгала один раз, сразу же второй, третий, четвертый, хорошо ее пропитала, и она держит форму. Вот. Поэтому, насколько я была раньше недовольна им, сейчас он выручает очень здорово. Расскажу, как делала растяжку, потому что вы не видите, форма какая. То есть четких углов нет, они сглажены. Вот, я вам расскажу, как растянуть правильно. И расскажу, как правильно растягивать, накалывать вот эти арки, чтобы они вот так отделялись одна от другой. Давно я хотела связать эту салфетку, но все не было времени. И вот, наконец, я ее связала. И я очень довольна. Теперь осталось ее кому-нибудь подарить. Надеюсь, она понравится. Вязать буду из пряжи производства Camtex. Это 100% мерсеризованный хлопок. 50 граммах 330 метров. Рекомендованные спицы и крючок от единицы до двойки. Вот, я буду вязать спицами 2 миллиметра. Для начала делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо мы должны провязать в общей сложности 12 столбиков с накидом, причем незавершенных. Для начала вместо первого столбика провяжем 3 воздушные петли. Вот 1, 2, 3. Дальше накид. И провязываем только накид. 2 петли. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь 12 петель, проверьте обязательно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь эти 12 петель нужно распределить на 4 спицы. Так, распределила я по 3 петли на каждой спице. Это мы с вами провязали первый ряд. Четные ряды вяжем лицевыми петлями. Так, закончила я второй ряд и вяжем с вами третий. Третий ряд начинается с накида. Затем следующую петлю провязываем скрещенной. То есть провязываем за заднюю полупетлю. Затем опять накид и 2 лицевые. За переднюю полупетлю. Еще раз накид, скрещенная. То есть провязываем за заднюю полупетлю. Накид, 2 лицевых. И точно так же провяжите 2 остальные спицы. Закончили мы третий ряд. И на каждой спице должно быть 5 петель. Четный вяжем лицевыми. Всегда считайте петли. 1, 2, 3, 4. Для чего считать, чтобы не потерять накиды. И так вяжем по кругу. Закончила я вязать четвертый ряд лицевыми петлями. И прежде чем вязать пятый ряд, хочу вам посоветовать. Первую спицу отметьте маркером. Вы будете знать, где у вас начинается круговой ряд. Вяжем пятый ряд. Накид. Скрещенная петля. То есть за заднюю стенку провязываем. Опять накид. И опять скрещенная петля.
Накид. Скрещенная петля. Накид. Две лицевые. И так вяжем по кругу. И на каждой спице у вас должно быть 9 петель. Закончила я пятый ряд. Шестой вяжем только лицевыми петлями. То есть четные ряды вяжем лицевыми. И считаем 4, 5, 6, 7, 8. 9. Итак, вяжем по кругу. Так, в дальнейшем я четные ряды не буду указывать, только нечетные. Вяжем седьмой ряд. Лицевая за переднюю стенку. Накид. Скрещенная, то есть берем за заднюю полупетлю. Накид, лицевая. Дальше. Накид. Скрещенная, накид и опять лицевая, накид, скрещенная, накид, лицевая. Две петли скрещенные за заднюю полупетлю. Одну и за заднюю петлю вторую. На каждой спице у вас должно быть 15 петель. Вяжем по кругу. И восьмой четный ряд вяжем лицевыми петлями. Вяжем девятый ряд. Две лицевые. Вяжем за переднюю стенку. Один, два. Накид. Одна петля скрещенная. Накид, две лицевые. Далее накид. Вот эти три петли надо провязать вместе. Причем провязать так, чтобы вторая петля была сверху. Заходим сначала во вторую петлю, потом в первую. Вот так провязываем третью петлю и на нее надеваем две снятые. Вот, и у вас тогда вторая петля будет сверху находиться. И далее делаем накид. И опять провязываем 2 лицевые. Накид. Скрещенная. Накид.
Две лицевые. В конце две петли провязываем скрещенными за заднюю полупетлю. В девятом ряду у вас должно быть 19 петель. Вяжем по кругу девятый ряд и десятый ряд тоже провязываем лицевыми петлями. Вяжем 11 ряд. 3 лицевых вяжем за переднюю стенку. Накид. Одну петлю провязываем скрещенной. Накид. Три лицевых. Далее делаем накид. И опять 3 петли провязываем вместе. И чтобы вторая петля была сверху. Заходим во вторую петлю, потом в первую. И снимаем их. Провязываем третью. И 2 снятые надеваем на провязанную. Накид. И опять 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Скрещенная петля. Накид. 3 лицевые. Две петли скрещенные. В 11 ряду на каждой спице должно быть 23 петли. Довязываем по кругу и затем вяжем четный ряд лицевыми петлями. Вяжем 13 ряд. 2 петли, провязанные вместе с наклоном влево. Одну петлю снимаем. Вторую петлю провязываем лицевой. И на эту петлю надеваем снятую. 5 лицевых. Две петли вместе с наклоном вправо. Вы их вот так немного оттяните. Затем заходим сначала во вторую, потом в первую. И провязываем вместе лицевой. Далее накид. Скрещенная петля. Накид. Скрещенная петля. Накид.
скрещенная петля. Накид. Две петли. Накид не теряйте, держите. Две петли вместе с наклоном влево. Одну снимаем. Провязываем вторую. И на нее надеваем снятую. Пять лицевых. Две петли вместе с наклоном вправо. И две петли лицевыми за передние стенки. В 13 ряду у вас на спице должно быть тоже 23 петли. Вяжем этот ряд. И провязываем четными лицевыми петлями. Вяжем 15 ряд. Две петли вместе с наклоном влево. Одну снимаем. Вторую провязываем лицевой петлей. И на нее надеваем снятую. Три лицевых. Две петли с наклоном вправо. Одна лицевая. Накид. Одна петля скрещенная. Накид. Одна лицевая. Дальше. Центр у нас. Накид. Скрещенная. Накид. Далее. Лицевая. Накид. Скрещенная. Накид. Лицевая. Две петли вместе с наклоном влево. Одну снимаем, вторую провязываем и на нее надеваем снятую. Три лицевые. Две петли с наклоном вправо. Две лицевые. Итак, вяжем по кругу. И следующий ряд, 16-й, вяжем лицевыми петлями. В 15-м ряду на каждой спице должно быть 25 петель. Вяжем 17-й ряд. Две петли с наклоном влево. Одну петлю снимаем, вторую провязываем и на нее надеваем снятую. Одна лицевая. Две петли с наклоном вправо.
две лицевые. Накид. Скрещенные. Накид. Две лицевые. Далее. Накид. Три петли провязать вместе, чтобы вторая была сверху. Заходим сначала во вторую, потом в первую. Снимаем. Провязываем петлю. И на нее надеваем две снятые. Накид. Две лицевые. Накид. Скрещенные. Накид. Две лицевые. Две петли с наклоном влево. Одна лицевая. Две петли с наклоном вправо. Две лицевые. В 17-м ряду на каждой спице должно быть 25 петель. Заканчиваем вязать по кругу и затем 18 ряд вяжем только лицевыми петлями. Вяжем 19 ряд. Накид. 3 петли вместе. 2 петли снимаем. Не провязывая. Третью петлю провязываем и на нее надеваем две снятые. Накид. Три лицевых. Накид. Скрещенная петля. Накид. Три лицевых. Далее накид. Три петли вместе. Две петли снимаем. Одну провязываем и на нее надеваем снятые. Накид. Три лицевые. Накид. Скрещенные. Накид. Три лицевые. Накид. Три петли вместе. Две снимаем. Одну провязываем и снятые надеваем на эту петлю.
накид, 2 лицевые. В 19 ряду на одной спице должно быть 29 петель. Вяжем по кругу. И 20 ряд вяжем по кругу лицевыми петлями. Вяжем 21 ряд. 2 петли с наклоном вправо. Двойной накид. Одна скрещенная. Две петли вместе с наклоном влево. Одну петлю снимаем. Вторую провязываем. И на нее надеваем снятую. Пять лицевых. Две петли вместе с наклоном вправо. Накид. Три петли провязываем вместе. Заходим во вторую петлю. Потом в первую и снимаем, затем провязываем третью и на нее надеваем 2 снятые. Накид. 2 петли с наклоном влево. Одну снимаем. Вторую провязываем и на нее надеваем. 5 лицевых. Две петли с наклоном вправо. Одна петля скрещенная, 2 накида, 2 петли вместе с наклоном влево, одну петлю снимаем, вторую провязываем и на нее надеваем снятую. Далее накид и 2 петли изнаночными. Я вяжу классическим методом. И накид. Вот этот накид не теряйте. Итак, в 21 ряду на каждой спице 29 петель. Так вяжем по кругу. В следующем 22 ряду вяжем все петли лицевыми, а где двойной накид,
там вяжем одну лицевую, одну изнаночную. Ну, я вам покажу. Довязала я 21 ряд. И вот в 22 четном ряду мы должны вязать все петли лицевыми. И показываю, как вязать двойной, провязывать двойной накид. Последний накид на спице не теряем. Значит, провязываем лицевую. Вот у нас двойной накид. Провязываем одну лицевую и одну изнаночную. Дальше вяжем лицевыми. Вяжем 23 ряд. 2 петли лицевыми. Две петли вместе с наклоном вправо. Накид. Две петли с наклоном влево. Три лицевые. Две петли вместе с наклоном вправо. Далее лицевая, накид, скрещенная, накид, лицевая. Две петли с наклоном влево. Три лицевые. Две петли с наклоном вправо. Накид. Две петли с наклоном влево. Две лицевые. Накид. И четыре изнаночными. И в конце делаем накид. Не теряйте его. В 23 ряду на каждой спице у вас должно быть 29 петель. Итак, вяжем по кругу. Следующий четный ряд, это будет 24-й, провяжите лицевыми петлями. Вяжем 25-й ряд. Две петли вместе с наклоном вправо. Двойной накид. Две петли вместе с наклоном влево. И еще раз две петли вместе с наклоном влево. Лицевая.
две петли вместе с наклоном вправо. Две лицевые. Накид. Скрещенные. Накид. Две лицевые. Две петли с наклоном влево. Лицевая. Две петли с наклоном вправо. И еще раз две петли вместе с наклоном вправо. Двойной накид. Две петли вместе с наклоном влево. Накид. Шесть изнаночных. Накид. В 25-м ряду тоже 29 петель на каждой спице. Провязываем по кругу и затем провязываем 26-й ряд лицевыми петлями.